Смотрите специальное интервью с Джилл Догерти. Американская журналистка, в прошлом глава московского бюро CNN, рассказывает об опыте работы в России, современном медиаландшафте и о причинах своего интереса к Эстонии. Очень интересуюсь Россией. Я уважаю страну, я уважаю язык и культуру, и я не преувеличиваю. Интервью с Джилл Догерти в понедельник в 18:45 на ЭТВ+.